Приветствую! Это Аркадия, дом овец, пастухов и навоза. Я недавно думал купить участок земли неподалеку. Увы, владелец отказался из-за совершенно необоснованных слухов о том, что я как-то сжег 3 дома на косе. Можешь поверить, я в жизни своей не сжег ни одного. Правда, я как-то раз нанял кое-кого именно с этой целью. Но, уверяю, я действовал не без причины и в интересах всех участников. Аркадия славилась своими прекрасными видами. Земледельцев и пастухов покорила ее красота, и их легко понять. Мне пора идти, но мы увидимся вновь, когда ты закончишь. До скорой встречи! Зерно было основой кухни греков, смертных себя насыщающих хлебом, по выражению Гомера. Возделывать зерновые было непросто. Летние засухи исключали искусственное орошение, и полагаться можно было лишь на сезонные дожди.
природа строго ограничивала время сева и жатвы. На участке такого размера в год засевали лишь половину поля, а вторую не трогали, чтобы почва не истощилась. Согласно поэме Гесиода «Труды и дни», сеять зерновые следовало в начале осени, а жать – в мае. К счастью, если земледельцы не успевали это сделать, весной можно было посадить проса. Перед тем, как засеять поле, нужно было три раза его вспахать. Первый раз весной, чтобы выпалоть сорняки, второй летом, чтобы освежить землю, третий зимой, чтобы засеять влажную почву. Лук тянули два быка, а семена высаживали вручную. Потом мальчик разравнивал землю мотыгой, чтобы семена не склевали птицы. После посева для орошения поля нужно было дождаться зимних дождей. Земледельцы молились Деметре, покровительнице земледелия, и ее дочери Персефоне в надежде на обильный урожай весной. Весной пшеницу жали серпом, ножом с изогнутым лезвием. Стоя спиной к ветру, жнецы срезали колосья, собирали пшеницу в снопы и шли по полю дальше. Когда весь урожай был собран в снопы, их несли в молотильню. Животноводство было важной частью сельского хозяйства. Крестьяне держали коров, ослов, овец, коз, свиней, собак, гусей и кур. Скотина обычно паслась на пастбищах, но ее могли кормить и зерном, мятыми фруктами и отходами производства оливкового масла и вина. Скот держали не только ради пищи. Навозом удобряли поля, а выпас помогал избавиться от сорняков. Аркадия была гористой местностью, где, по легенде, родился бог Пан. Так что здесь чаще разводили овец и коз, чем крупный рогатый скот. Орудия труда изготавливали вручную, обычно из дерева, иногда используя металл. Самым сложным инструментом был плуг, состоявший из нескольких частей, включая дышло, рукоятку и лемех. Двузубой мотыгой рыхлили почву, а другими орудиями копали и выпалывали сорняки. Орудия труда изготавливали вручную, обычно из дерева. Собрав снопы, крестьяне несли их в молотильню, где из них извлекали зерно. Быки или ослы ходили на привязи вокруг столба в центре помещения, а работники бросали снопы им под ноги. Под копытами животных зерна отделялись от колосьев. После этого зерна собирали для вывеивания. Вывеиванием зерна очищали от мекины. Сначала зерна подкидывали деревянной лопатой. Ветер сдувал легкую мекину, а тяжелые зерна падали обратно. Чтобы убрать остатки мекины, зерна кидали в деревянную корзину, ликнон, и просеивали мекину сквозь ее отверстие. Ячмень, из которого делали муку, отличался от других злаков. Семена ячменя нельзя было отделить молодьбой, поэтому его поджаривали в особой емкости – фрюгитроне. После прожарки ячменя его дробили пестиком в ступе. Дробленные зерна перемалывали с помощью ручной или конической мельницы. Молоть было скучно, так что работники часто пели во время молодьбы. Полностью перемолотый ячмень просеивали с помощью плетеной корзины под названием каскинон.
хранили зерно в темных, сухих, прохладных, замкнутых и хорошо проветриваемых помещениях. Согласно Гесиоду, зерно обычно держали в сосудах, пифосах, одним из которых на самом деле был и ящик Пандоры. Раскопки показали, что греки могли хранить зерно и в небольших сооружениях, сплетенных из ветвей. Нужно было сберечь достаточно зерна не только для еды, но и для посева на следующий год. Избыток или запасали на черный день, или продавали на рынках. Рад снова тебя видеть! Тебе не хочется есть? Столько времени глядеть на тяжкий сельский труд, я бы проголодался. Чем еще могу быть полезен? Как скажешь, тогда приступим. В каком месяце лучше убирать хлеб, согласно Гесиоду? Близко, но немного рано. Еще раз. Да, весна – лучшее время для сбора урожая. Похоже, здесь умен не только я. Следующий вопрос. Чем жнецы срезали колосья? Да, серп – нож с изогнутым лезвием, которым проще всего срезать колосья. Остался один вопрос. Домом какого божества считалась Аркадия? Верно, говорят, что Пан родился в этой гористой местности. Великолепно! Я вижу, что ты без труда отделяешь зерна от плевел. Доброго пути! Надеюсь, мы скоро увидимся вновь!